Это шнурок был. Ох ты. Карасишка. Очередная смена мормышки дала результат. Такую вот желтенькую поставил. Мормышку одну поменяешь, поклевка, все. Опять мормышку поменяешь, опять поклевка. Ага. Ух ты, ё-моё! Это что за зверь? Это окунь. Пойти бабушки взять, посидеть минут 5, 10, 15, 20, полчаса. Пойду полчасика с бабушками посижу, так, ради интереса просто, на свежем воздухе. Рыбы мне не надо, а может так, ради удовольствия маленько можно половить, время есть. Посмотрю, что у меня там есть. Что есть, то и замешаю. Так, что в машине лежало, то и будем ловить. Так, X5 щепотку от луны. Тилапия щепотку. А вместо глютена сейчас эльку. Вообще все на глаз. Ну, сейчас размешаю. Ой, немного ли? Да не, нормально сейчас. Распухнет, набухнет. Элька свяжет всю эту фигню вместо глютена. Да хотя элька есть глютен. А мы пока удочку приготовим. Удобная штука. На удочку одевается. Оснастка уже готовая. О, с глубиной уже походу пристреляемся. Толком не набухло, будем пристреливаться. Заодно прикармливаться.
насадка до кондиции не дошла, еще не набухла. Ты уже клюешь. О, попер. Вон кто там клюет. Плотвички. Поглубже сделать. Вот такой плотвень. О, опять сразу клюет. Попер. Ух ты. Сейчас от этих плотвичек житья не будет. Резвятся там. И у бабушки долбят. О! Карасишка. Вот такой карасишка. Ой. Ух ты! Хороший карасик был. Опа! Карасик. Такой. Беги. Ух ты! Проворонил. Пока глядел, кто там булькает, щука что-то заиграла. Поклевку проворонил. Ух ты! Паразит, паразит. Нижние бабушки, видно, пошли в сторону. Ух ты! Вот, вот такие звери там и, блин, и сидят, тягают. Житья нету. Нифига, карасик. Чуть поглубже опустил. Карасики. Над дном. Пипец. Супер плотва. Вот такие там и жрут. Крючок-то в твою голову, ё-моё. Туда же. Все. Что-то как обрезало. Там щучка балдеет, что ли он. Еще пару раз закинул. Домой поеду. Посидел, вздохнул, походил, побродил. Сегодня и мормышинг, и бабышинг. Все на свете. Так маленько карасиков половил. Там плотвички парочку. Че, окунька. Шнурок там свалился на полдороги где-то на мормышку. Карась на мормышку что-то не очень.
Вот тут маленько на тесто половил, и все. Весь поверх уходит. Все позатянуло какой-то тиной. И все. Не, ладно, все. Домой. Всем пока.